Доброе утро, Нупта. Всем, кто есть в чате, тоже привет. Хотя я думаю, что в такую рань вряд ли кто ожидал стрима. Я сам не ожидал. По крайней мере, будет часа три точно на то, чтобы... наконец... делать какой-то хоть прогресс в игре. Что-то, мне кажется, игра тихо стала. Сейчас я чуть прибавлю ее.
Ну, наверное, как-то так будет получше. Что-то этот чувак в плаще с пистолетом мне кого-то подозрительно напоминает. Случайно не Вон Крой? Короче, считать количество левелов бессмысленно. Пока их меньше 10, все равно еще далеко хотя бы. До середины даже. А, все, я вспомнил, в чем загвоздка была. Просто прямое попадание. Не, на самом деле его можно убить, даже не выманивая, а просто стоя наверху, подождать нужно, пока он оттуда выплывет сам, и уже стрелять. Я думаю, что можно так сделать. В любом случае, он двигается там. На месте не стоит, вот он. Переигрывать, блин, ну, не то чтобы долго, ну, не знаю, мне кажется, можно просто попробовать. Ну ладно, да, давайте с другой карты. Сочетаем с другой карты и тогда переиграем. Как так получилось, что совсем не осталось здоровья? Аптечка была у чувака, который висел в воздухе. Как-то я его пропустил, походу. А, взять ее было, Unreal? Понял. Хотя да, он как-то лег так. Не очень удобно. Короче, в обход, по всей видимости.
Да что такое? Получается, это вообще... Мы здесь не были еще. Блин. Да, далековато. Ну ладно. Не, взрыв хороший, бомбануло прилично. Блин, почему? Давай, давай, ты смотришь. Куда ты? Не знаю, не рано ли я воду спустил. Мешает ли это нам сейчас? А, нет, с той стороны нужно.
закончился. Было разбежаться. Так, ну походу вот оно, да? А, я правда не помню, открылась ли эта дверь. Но я сейчас здесь сделаю сейф на всякий случай. И если что, тогда... Идем искать. Офигеть, как он меня так... Последних двух выстрелов я не слышал, между прочим. Не, что-то тут не так, ребят, что-то здесь не так. Ну как же? Как же? Даже если у меня было много жизни, ну, блин, какая-то логика не очень. У меня были гарпуны, которые мы в прошлом уровне нашли, но почему-то они теперь испарились. Их просто нет у меня. Или, может быть, мы засейвились как-то не так? А, вот оно, подводное ружье. Чё я гоню-то? Всё. Окейушки. Готов. Нету здесь. Так, теперь вниз. Где-то здесь есть какой-нибудь открытый ништячок. Я не знаю как. Вот я сейчас вылезу, и он меня сразу убьет, но это хрень. Делать-то.
А я не могу достать водолаза с суши. Не получается, ну-то. Я потому что жду его, пока он вылезет оттуда, и он не вылазит. А если его выманивать, то у меня обратно не получается на сушу залезть. Слишком высокий порожек. Как-то так. Не, ну то, что ружье есть, это уже... Блин, куда она стреляет, я не понимаю. Это, кстати, заблуждение. Она очень-очень легко заберется сюда. Блин, как он меня увидел? Ну хотя да, как он меня увидел, очень просто. Также подплывают. Но, по-моему, это реально. Сейчас попробуем. Вообще, подводное ружье — это чудо. Да, возможно. Ну давай, давай, убивай уже. Его глючит. Ну, возможно, да, не нашли аптеченьку. Но теперь это уже не представляется возможным, я так понимаю, найти ее, потому что ландшафт уже изменился. Да-да-да. Да ты надоел, блин. Я не пойму просто, какой режим стрельбы у этого ружья. Я вроде нажимаю несколько раз, ничего не получается. Нажимаю один раз, она вроде стреляет. Ну как сделать несколько выстрелов? Или оно такое тугое, это ружье? Так.
того. Блин, да... Не, у дайвера вообще ничего нету. Дайвер пуст. Я не понимаю, как он меня видит. Управление такое тугое в воде. Я не могу маневрировать. Я бы мог, в принципе, как-то... Не знаю, задоджить выстрел. Просто никаких предпосылок к тому, что сейчас будет выстрел, нету. Беззвучно. Туш-туш, и все. Так. Она, короче, автоэймится, я понял. Мне кажется, это самый выгодный трай. Там их двое, что ли? Охренеть. Жесть. Ну, в принципе, есть тайминг, в который он перезаряжается. Если в него попасть, только как... Это чистое везение, мне кажется. В коридоре комнатушек. А, слушай, ну я не знаю, какой вот именно подводный вот этот. Там есть поворот направо, но там тупик, по-моему. Чё, готов, что ли? Походу, да. Так, во-первых, нужно, короче... Делать сейф. Хотя нет, можно запороть. Да ты ж гад! Блин, надо было сейвиться. Ну что я такой... Вот этот автоэйм не туда, куда нужно привязывается, блин, из-за этого куча проблем. Да ё-моё. Все-таки убил. Он меня видит, козлина.
Такая выгодная ситуация была, но чё я не засейвился? Ёлки-палки. Ага. С багами. Да ну блин, камера, ну что ты делаешь-то, ёлки? Не, ну кстати, ради такого случая, мне кажется, можно заюзать ружье. На самом деле, сразу, чтобы случился. Уж точный. И теперь... Фу, наконец-то мы это сделали, блин. О, привет, Гайранг. Это просто жесть. Это просто жесть какая-то. Реально комната ужасов. Жизни мало, ужас. Да не говори, но это баг помог. Если б не багуля, я думаю, что ничего бы не получилось. Мы где-то, да, провтыкали где-то аптеку. Да-да-да-да-да, кстати, да. Чё-то пропустил их. Ага. Теперь надо 100% сейв делать. Пацан, нифига себе, пацан. Да уж, вот это место. Все-таки для второй Лары Крофта обязательно в комплекте, мне кажется, было продавать две карты памяти для таких случаев. Прошли, неужели? Всего лишь каких-то 35 минут. Ушло аптечек. Одна целая. Да, и валерьянку. Что у нас там следующее-то? А, ну, следующая, в общем-то, часть этого же уровня, под уровень, так скажем.
по всей видимости. Мне уже хочется каких-то левелов на пазлы. Побегать. Полазить. Ах, ты ж скот. Ну и чё? Ага. Немножко покоцал. Ну ладно. Ах, ты ж негодяй, ты посмотри, что делает. Да я тебя порыжу. Что творишь? Не слишком сильно он меня покоцал. Танки. Привет, Марлен. У нас тут вообще прогресс. Нехилый такой. Ну и чего ты не стреляешь? Блин. Офигеть можно. Ну ладно, я тогда этот трэп потрачу на... исследование территории. Ага. Следовал. Такс. Уже лучше. Ну да, эта техника действует. Подальше и все окей. А что делать-то здесь? Ладно, сейчас будем по одному проверять.
как же? Как интересно не задамагаться. Вообще реально? Такой типичный расклад открытой местности в Томпрайдере. Я выбегаю, два чувака. Так. Что у нас здесь-то вообще? Бассейн. Да, мне показалось, что это не рычаг, а лезвие. Помните, такие лезвия были в четвертой части? Да, по-моему, здесь тоже были лезвия такие. Так. Ах, ты ж козлина. Вот вы бандиты вообще. Как так можно? Ага. 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 Ну, зато у меня теперь много патрон для дробовика имеется. Маузеры, даже чуть-чуть для УЗИ есть. 16. Такс, что у нас тут? Похоже на босс-арену какую-то. Ну, конечно же, нет, это просто. Так, сейчас я здесь попробую сохраниться и... После этого. О, нифига себе. Значит, в идеале нужно, короче, отключить огоньки и
там кнопку, что ли, не пойму. А, нет. Подвинуть ящик. Какие-то руны, перемычки какие-то непонятные, в общем, что-то тут точно есть интересное. Чувак так лежит, как будто здесь куча-куча всяких аптечек маленьких. Короче, у нас же еще один аппендикс там неизведан. Пойдемте посмотрим, что у нас там. Да, видимо, рано просто еще. Стрелять, да что это было только что? С другой стороны, с какой-то просто зайти. С какой-то другой. Здесь ничего, и здесь тоже. Интересно, а вот этот куб? Давайте сразу проверим, потому что здесь может быть какой-нибудь секрет. Хотя аптечек сейчас как у меня как никогда у меня сейчас хватает. Даже целый лаз. Да не, ничего не замуровал.
какой-то еще вход. Вот здесь есть вход. А там же тупик. Там нет ничего. Ключ нужен. Только живых людей на затонувшем судне? Хороший вопрос, не знаю. Ну, видимо, тут свои интересы. Панд. Странно, как же туда попасть-то? Сволочь, а? Ну, будем знать. Я просто не был готов к этому. В углу, ну, я подходил к ним, к этому, это, слот. Это же... Для ключа отверстие. Шесть. Я думаю, что в принципе хватит. Да ёлки-палки, а! Ладно, сейчас перебью их всех тут. Даже есть вроде там аптеки. Должно хватить. Блин, иногда автоэм не автоэмится. Но это же не дело. Это не серьезно. Хотя можно взять какой-нибудь УЗИ. Вот так вот. Нужно быть просто готовым к этому. Как быть готовым, если ты ни разу здесь не был до этого? То есть по-любому сольешь пару раз. Ага.
И здесь никаких сюрпризов в виде падающего потолка. И на всякий случай засейвлюсь. Ага. Значит, нам по-любому наверх. Только как? Это что, шипы? Привет, Гора. Блин, можно было бы его из пистолета, в принципе, попробовать пострелять в него. Готов. Привет, Омега Корпус. Блин, так и не смог вчера ваш стрим нормально посмотреть. Мне все лагало жутко. Позвонил провайдеру, сказали, что это типа... В силу того, что на нашей линии, на нашей магистрали слишком много стало клиентов. Канал просаживается, видите ли. Я говорю, ну окей, ну у меня типа 80 мегабит, а сейчас 10. Что мне делать? Ну, я все понимаю, в ближайшие 2 недели обещали расширить. Окей. Вот это сервис. Теперь. Да-да-да-да-да, я тоже так подумал. А, ну, я не знаю, вот стрим норм, я даже... Выставил битрейт побольше, 1700. Вот, вроде как бы ничего не проседает. Но они сказали, что типа под вечер на вашей линии слишком много клиентов, поэтому такая фигня. Так. Вот это интересно, кстати, что это вообще. Тоже так подумал. Ну, у меня вообще так пинг 3-5, а вчера было 23. Они меня уверяли, что это типа нормально. Я говорю, да ладно, ну, чувак, ну как бы я же знаю, что это не нормально, что ты мне втираешь. Он говорит, ну вот понимаете, ну 23 это в принципе нормально. Смотря для чего, говорю, ну блин, как бы... Просматривать тексты песен, наверное, да, нормально, ну, может быть, видос прогрузить и посмотреть нормально, но чтобы для тех целей, для которых мне нужен инет. Мой провайдер обычно отмазывается фигней, типа, в вашем доме помехи, мастер должен выехать разобраться. Помехи.
Да, кто-то ретранслятор установил, короче. Забивает эфир. Блин, что делать-то? Я не понимаю, как туда попасть? Как забраться наверх? Быть тупо вот здесь? У меня все норм, раз в несколько лет только накладки. Ну вот у меня тоже было все норм, на самом деле. Не знаю, с чего вдруг они решили. Вообще, провайдер один из самых крутых у нас, поэтому, собственно, для меня это вообще как-то дико. Никогда никаких проблем не было. Уже все оббежал, реально. Как туда попасть? Я не понимаю. Может быть, надо что-то выдвинуть? Какой-то ящичек. Кабельная. Единственные какие мысли, это мне здесь что-то искать. А тут еще Лара не умеет на карачках ползать, вот в чем прикол. Здесь как бы есть какой-то лаз. Но она не хочет садиться ни в какую. Да и были мы здесь. Там и вас. Все, понял, понял. Опасно, конечно, здесь разгуливать. Ключ. Мои никак не понимают, что поэтому и тарифы дорогие, что-то входит стоимость им, наверное, нормам, наверное, полкосаря. Не за такой уж хороший нет платить. Не знаю, у меня получается 500 рублей за 800, ой, то есть за 80 метров. В принципе, мне кажется, это норм цена вообще. Ну, если учесть, конечно, что в последнее время нету там 80. Да и вообще, в целом, после 50 метров, мне кажется, уже некуда больше, в принципе. Так быстро. Так, здесь где-то должен был быть выход теперь с этой ареи. Где-то вот здесь. А? Ключ от кают-компании. Будем знать. Так, что тут открылось-то вообще?
Я не пойму, там дверь, что ли? Чё открылось? Бред какой-то. Ну почему вот не показать ролик, что конкретно где открывается? Почему это так сложно было сделать? Сорян. О, наконец-то. Но все равно мои претензии остаются в силе. Почему, в принципе, это было сложно сделать? Или это специальный элемент такой, типа, внесли? Сложности добавили? Так в том-то и прикол, Гайран, что не было бы слишком просто. Ты видел, как тут показывается? Вообще какой-то отрезок. Если побольше бы, естественно, там показали путь целый, куда, как в пятой части, там целый путь прям показывается, куда нужно бежать. Вот то понятно, а тут... Фигню показали, на самом деле. Просто общий план издалека. Все текстуры сливаются в одно. Непонятно, один хрен, ничего. Мне кажется, до этого просто не додумались. Интересно, как же туда попасть. Так, здесь что-то открылось, да? Открылся лаз. Только как туда попасть теперь? Да, тычок такой был нормальный. Вот тут даже не знаю, если у меня обычно есть хотя бы какие-то предположения, что делать, то тут я вообще не понимаю, ни одна из... Стен не активны, ничто вот нельзя выдвинуть. Я думал, что, например, этот блок можно было бы подвинуть и с него забраться наверх, но нет. Просто так не запрыгнешь. Я вспоминаю какую-то фичу с музыкой по типу, если она не играет, то ничего интересного в этом месте уже нет. Думаешь, да? Не, ну а нафига тогда открылась проход вот этот? Ну ладно, допустим, ничего интересного нет, сваливаем. Тогда куда тут остается еще идти? Право.
Делаю тогда, получается. Здесь проход, а я его действительно замуровал. Кто говорит? Да не похоже, а что там проход? Там бы была дверь, а тут просто текстура. И все. Там светится все это вода, что ли? Дверь закрылась. Дверь открылась. Что это дает, блин? О! А это что еще? Отлично. Да, за дверью переключатель, но как с ним взаимодействовать, я не знаю. Потом, когда вода уйдет. Здесь закрыто. Интересно, интересно. Я видел то, что за одной из створок, ну как? Вот, допустим, я сейчас открою дверь, да? И я туда уже больше не попаду. В ту сторону. Видишь, чпонька, она как бы перекрывает вход. Так, я помню, мы на этом месте застряли, так брат потом прошел и сказал мне, что надо подтащить кушетку и на нее залезть. Долго я пыталась таскать все кушетки, пока не поняла, что брат меня Петросян. Так, интересно. Но здесь тоже ключ, значит, туда как-то можно попасть. Бэкстейдж, так скажем. Туда точно можно попасть, только как? Какие кушетки, блин, это стулья вот эти? Я думаю, что вряд ли. Thank you.
Ну, не знаю. Давайте уже попробуем вот эту страту. И там действительно что-то я... Не, я понял, что он пошутил. Я просто пытаюсь понять, какие кушетки, в принципе, тут можно таскать. Оп. Здесь же ничего нету, да? Нигде. Да, это фигня все. Затаскиваем назад. Пустая трата времени. О! Кушетку подтащить. Слушай, ну он в чем-то был прав. Да-да-да-да-да. Братец знал, как не заспойлерить. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Кто? Где? Кто? Ну как вот... Ну как понять, откуда это вообще исходит? Блин. Ой-ой-ой-ой, столько слил ХП, ну ладно. Откуда он здесь взялся вообще? Ага.
Но, к сожалению, здесь ничего такого полезного. Ну, может быть, где-то здесь еще есть лаз какой-нибудь крытый. Да, горы, я вообще поддерживаю абсолютно. Так, вот здесь нужен ключ. Графика не то, что не ушла, она вообще не изменилась, блин. Настолько отстойно вообще все прорисовано, детализация просто ужасная. Что поделать? Видимости можно как-то через верх пройти, мне кажется. Может быть, я сюда вообще рано пришел? Да-да-да, а просто фишка в том, то, что вторая часть разрабатывалась параллельно с первой, и даже многие элементы, которые в первую не вошли, были разработаны раньше. Вот, и внесены были во вторую часть. А относительно графики, один и тот же движок, все одно и то же, как бы модель управления та же. Может такое случиться, что если какая-то плитка выключает огонь, если на нее наступать, но не факт. Плитка. Не-не-не, здесь не плитка. Здесь вот, короче, ключи. Видишь, три штуки, которые находятся внизу. В другом крыле. Омега-корпус, я, короче, где-то примерно ровно в середине. Наверное, левел 10, может быть. Всего 18. Дальше Тибет будет. И еще какой-то левел. И последний левел. И все. Там получается по 4 уровня в каждом левеле. Не, ну сюда, значит, рано. Да, рано. Да-да-да, жесть, согласен. Ну, вторая часть очень запутанная. Я уже это понял. Собственно, третья, на самом деле, тоже от нее недалеко ушла. Она такая своеобразная. Помню, как я ее долго-долго мучил, особенно финального босса. Мы, кстати, с тобой его, по-моему, и убивали. И с Берраном еще на пару. Ну, третью. Я пытался еще пятую пройти, но я ее не прошел, короче, забил. У меня где-то записи даже валяются. А, записи даже на БЖ и валяются. Не-не-не, третью проходил. Вторую я вообще не играл. Про странно. Черт. О, кстати.
Я помню, у меня на Dreamcast был какой-то Tomb Raider, но я не фанат этой игры был, и уже не помню, какая часть была. Ну, наверное, Хроники там единственная была. Залезай, блин, ну что ты? Не, они, кстати, не похожи, Омега Корпс. Они похожи только, короче, чисто вот визуально. Ну что такое? Что тебе мешает залезть? Я не понимаю. Вот есть доска, да? Ну, зачем она еще здесь? Если нельзя на нее залезть, то зачем она? Не, горы. Не попробовал. Я ее только качнул, блин, она весит там что-то полтос практически гигов. Я ее только качнул, хотел, короче, просто установить, посмотреть, пойдет ли она у меня, нет. Если пойдет и мне понравится, то я бы ее даже купил бы, наверное. Респектовать разрабам. Но все ее что-то поливают, не знаю. Я вот хотел сам попробовать лично. Все время нет на нее, короче. Я не знаю, я сейчас опять на геймфак полезу. Уже просто нет никаких соображений по поводу этого. Просто нет. Что у меня там еще в инвентаре? Ничего больше, да? Ведь комбинация вот этих выключателей. Я сам сейчас в шоке, сколько игр сейчас весят по 50-100 гигабайт, но это уже ни в какие рамки не лезет. Не, ну видишь там сколько всего. Информация. Ладно, попробуем еще разок. Но мне больше идти некуда, я сейчас буду фигней заниматься, короче. Буду пихать ящички туда-сюда. Что люди? Так, ну мне по-другому не посудить. А, я ни в одну не играл собственноручно. Но это такое, блин, на самом деле. Реально. Они отличаются этим самым сюжетиком. Допустим, вот четвертая часть, в ней больше всяких египетских головоломок. А-ля... пирамиды там и тому подобное, мумии. Вот, пятая часть мне больше нравится, потому что там побольше, там классика плюс шутер. И плюс еще много всяких мистических моментов. Переупор в графен идет. Так, 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 играли в игры по 100 мегабайт плюс, блин, думали, как бы винт не засрать.
графена, точно. Давай, толка. А, что, нельзя толкать? Посмотрю мафию вообще. Я первую меня мимо, ну, то есть стороной прошла первая часть, вот вторую я в свое время залипал достаточно долго, и мне очень-очень понравилось прям. Особенно как начинается, сначала такой шутерок а-ля Call of Duty, или Medal of Honor даже. Вот. Потом уже, ну все, здесь пусто. Кошечки. Вот, вторая меня очень-очень удивила, но я ее не прошел. Играл на тормознутой пеке, и у меня все лагало жутко. Уже позже я установил, когда комп был более-менее норм, установил, поиграл, но далеко не прошел, забил. Блин, если бы меня спросили, поиграю ли я в третью мафию, мне пришлось бы ответить, что как только пройду первые две. Ну, жалко, она такая требовательная, только на крутых консолях и на пеке. Вот так я бы тоже устроил бы прохождение. Первую на боксе пройти. Эта тема, на самом деле, можно попробовать начать первую хотя бы. Помню, мой самый первый комп, это был Pentium 233, жесткий диск, там был вроде 8 ГБ. Я уже не вспомню, какой у меня первый комп был. Но если контакт со спектрумом считать компом личным, ну, это скорее не личный был. Первый комп достался довольно поздно. Но вот у меня такая же тема. Мне кажется, в 2003, наверное, третьем или четвертом году у меня более-менее вменяемый комп появился. Ну, какой-то тоже такой старенький. Конкретно старенький. Мне какой-то там его друг родителей, какой-то там сисадмин чисто там по дешевке подогнал. Даже, по-моему, просто отдал чисто по запчастям. На нем едва-едва шли вот эти игры а-ля на движке Дума. Всякие Redneck Rampage и тому подобное. Та же история. У всех, наверное, такая же история практически. За редким исключением мог кто позволить себе прям купить комп новый. Хотя у нас в школе было несколько таких чуваков, которые прям... новые компы себе покупали. Блин, куда идти, что делать? Я не понимаю. Тоже друг мамы подогнал старый комп, а я рад был. Ну, у сисадминов обычно они там как-то списывались, что ли. Новый был, тебе повезло, Марлен. Я не знаю, что делать. Ребят, у кого какие соображения есть? Я уже просто голову сломал. Что не так? Ну, открылась вот эта вот лазейка. Ну, как забраться наверх? Я не понимаю. Я тут все уже обошел просто, блин. Если я такой слепой, скажите мне. Считаешь, что повезло? О, да ладно.
Есть. Блин, эти пляски текстур хреново, ничего не видно. Час потратить на то, чтобы понять, что решение проблемы рядом. Да-да, спасибо, нуб, я уже догадался. А, ну что был прикол, когда покупаешь диски на комп, надо смотреть на обороте диска тех характеристики. Но я этого не знал, и в первый день побежал в магаз выбирать свой первый диск с игрой на мой первый комп. Сколько же я бегал обратно в этот магаз и менял эти диски. Я представляю, как ты заколебал продавцов. Так, ну а что дальше, собственно? А, все, сори. В видимости, можно так сделать. Тут настолько все схематично, блин, и условно, что пипец. Ага. Сколько там время-то, кстати? 11. Здесь замок, да? No. Ну, я так и подумал. Возьмем какое-нибудь помощнее оружие, и, наверное, надо сохраниться. Какие-то каюты непонятные. В общем-то, здесь ничего и нету. Короче, мне тут советовали вчера паблик бы же прогнуть под себя. В смысле прогнуть? Не понял. Паблик в ВК? А так там... Чего там? Там, по-моему... Блин, сколько там? Ну, человек 500 там было. Ну, в принципе. Но его надо игровым делать. Больше же никаким не сделаешь. Там люди-то только по играм. Ну, так да. Да, я вот тоже не понимаю, почему ты не сделал хост хотя бы, блин, все-таки как-никак. Кто-нибудь нет-нет, да подтянулся бы. Хотя, по-моему, сейчас там все, кто тусил на Barrel Jumper, все тусят у Дон Чика. Либо у Фабино, короче. Ну, к Эмутиму, в общем, перешли все. Ну, я думаю, что по-любому кто-нибудь зайдет. Чисто посмотреть. Он такие звуки издает забавные. Кряхтящие, шипящие.
Куда? Непонятно, то ли наверху что-то открылось. Стратегия про корабли. Ух, я не знаю, Гура. Я вообще в ПК-шных играх настолько слаб. Я тут понял, короче, то, что... В принципе, на ПЕКе, на ДОСе, короче, вот те игры, которые выходили на Atari, их очень часто портировали на ДОС. Да не, ты чё, смеешься? Это шутер. 1944. Вот, было очень много прикольных, короче, игрушек, в принципе. И они меня все стороной обошли. Но с ДОСом я вообще не дружу конкретно, я прям не в курсе, как там их запускать. Эти игрулечки. Поэтому взял себе, так скажем, на карандаш прошерстить ROM-сет Atari игр. Atari ST, там Atari просто и так далее. Странно. Лол. И что теперь? А, блин, вот я... Василий, ну что я делаю? Ай-яй-яй-яй-яй. Омега-корпус, а вы вчера второго краша на 100% проходили или так чисто просто? Я же его задрачивал на 100% вообще, все камни нашел. Я что-то сижу, смотрю, думаю, блин, что-то знакомый... знакомый краш, короче. Я просто не ожидал, что вы во вторую будете играть, потом смотрю. Вторая часть. Я вспомнил, как там было люто в конце мне играть. А, просто проходили.
сотку бы не выдержали. Но я вот не помню, я, в общем-то, недолго мучил, на самом деле. Хоть и в первый раз проходил. Ну, я не знаю, мне, короче, не понравился вообще. Мне больше вот Спайра нравится. Спира вообще топчик. Крэш можно одну часть пройти, короче, и на этом окститься. А Спира можно все части проходить, они каждый раз разные. Каждая по-своему прикольно. Ё-моё! Ну хотя, не знаю, на любителя. Кто-то Гекса любит, например. Я Гекса вообще не понимаю. Ну, блин, Спира также разнится друг от друга, как и Крэш. Ну, в принципе, да. Ну, вообще, в целом, первые три части для меня все одинаковые. Ну, не-не-не. Я, наверное, да, это такое предвзятое мнение тех людей, у кого какая первая игра была. Я, короче, стороной обошел как-то. Ну, я не знаю, я просто все-таки стараюсь максимально объективно оценивать. Ключ. Как он вообще мог там оказаться, непонятно. Кто его туда спрятал? Ржавый ключ. На каюта. Ну за хрень, мне приходят какие-то дурацкие сообщения, блин. Давно ли ты сейвился? Сейчас засейвимся. Я, кажется, понял, в чем фишка уже. Да какая-то хрень вообще. Я даже не знаю, как это.
Да нет. Отправьте 1-2, типа, да, нет. Бред какой-то. 16.02 AD. Что-то знакомое. Ох, ё-моё, это было, наверное, больно. Эй, куда? Там, кстати, по-моему, рычаг какой-то имеется. Кажется, я понял, в чем фишка. Такс. Да. Привет, Диалот. Сейф, да-да-да, сейчас сделаем сейф. А то я что-то разошелся. Дамаг прет прям. Господи, какая же все-таки эта хрень Бэтмен и Робин на Сеге. Да, согласен, на Сеге Бэтмен и Робин полнейшая срань. А здесь что? Самый лучший Бэтмен и Робин Адвенчурс, который на Снессе, мне так кажется. Ну, конечно, Имха. Ну, не знаю, мне кажется, он там намного круче и интересней, чем этот тупой клон Counter Hard Corps, который после первого прохождения уже надоедает просто прям вот в, просто в. Ну, не знаю. Остается его только на харде задротить. А это такое. Блин, как так? Вот откуда я должен был узнать про эту штуку? Черт. Это то, о чем я думаю, да? Все сначала. Да на нормале, ну просто несколько раз его позадротить, вот и все. Это такой реально клон Counter Hard Corps. То же самое все абсолютно. Ugh.
пытаюсь выйти из зоны комфорта, проходя игры, которые никогда не проходил. Слушай, это на самом деле поступок, который заслуживает похвалы, как минимум. Потому что играть в одни и те же игры — это такое себе занятие. Делал, нет? А, да-да-да. Еще, кстати, полезно, чтобы от от дендимании, чтобы излечиться, полезно поиграть, короче, в аркадные автоматы. Ну, в смысле, ромы. И увидеть, что куча игр, которые на NES выходили, были оригиналами на аркаде в гораздо более лучшем виде. Пока закрыто. Белозист ходит по стримам, предлагает всем своего. Папайя. А сам знать не знает то, что этот папай был на аркаде. И на денде он не такой уж. То есть, в смысле, на денде он убогий, а на аркаде он не такой уж, в принципе, и убогий. То есть в него играть даже интересно. Ну вот мы, короче, сделали эту самую финт ушами. Сейчас сохранимся здесь. Ну да, там геморроиться особо не с чем. Раз настроил, собственно, и все. Мне, кстати, Бэтмен и Робин на Сеге напоминает Gunstar Heroes, тоже на Сеге. Все-таки музон у Бэтмен и Робин хорош, особенно на Сеге с ее басистой и колбасистостью. Я не знаю, меня такой музон не особо прикалывает. Но это такой техно, типа, он там шпарит напропалую. Мне больше прикалывает немножко другой стиль, когда синтезатор сеговский исполняет. А в то время, да, было популярно такое делать. Саундтрек, мне кажется, на самом деле это пошло немного от Амиги, потому что у них много тоже было игр с такими саундтреками. Так.
сделал здесь сейф. Перезаписать, конечно. Да, это все еще вторая часть. Середина примерно игры. Да блин! Вот откуда мне было знать, что еще вторая партия бочек покатится? Что за хрень? Там, кстати, можно было подсчитать, сколько еще левелов осталось. Гагарин и Титов. Ну, в принципе, да, и так понятно, что 8 левелов позади, и вот этот, мы как раз его и считали. Давай же. В воде не получится? А, все, вижу. Да ты ж гад! Блин, так и знал, что она на время, и не туда. Ладно. Еще разок. Кажется, простуда перешла все-таки на бронхи. Что за лекарства пошли? Блин, ну что ты так разболелся? Хватайся. Хватайся ты, ёлки-палки. Короче, понял.
Да, игра беспощадная вообще. Не прощает. Ну ладно, пойдем пока сюда. Кстати, а здесь же еще один лаз получается. И от этого Бэтмена Робина, походу, уже Клава залипает. Ты еще из Клавы выиграешь? Блин, ну ты маньяк вообще. Подозрительно как-то. Похоже на дверь. Но что-то она пока не открывается. Оставим ее. То есть приоритете джойстики, да, все-таки. Импады, точнее. Что будешь делать? Ну вылази, ты уже... Ну и почему он не открылся? Видимо, какая-то другая дверь. Я могу, в принципе, DualShock 3 подключить, но мне его крестовина не очень. Пальцы соскальзывают с нее в самый ответственный момент. У меня DualShock 2. Ну, в принципе, я к нему привык. Я тоже жаловался раньше на крестовину. Уже привык. Какого хрена? Ну это по-любому вот эта дверь, только на время получается. Ох, ладно. Это не факт. Нет, получается нет. Все, понял. Только как туда попасть? Ого! Для себя. Это пируэт. Хранимся, пожалуй. Хотя нафиг. Не хватало запорочья здесь.
Какие-то шаги непонятные. Минус один. Он от меня прям убегает. Готов. Еще шаги. Интересно, когда я вернусь уже туда? Еще где-то был один выключатель. Вроде. А, все, понял. Понял. Так, я здесь сделаю сейф. Новости, у нас тут енот где-то сбежал в соседних дворах. Сразу вспомнил, что Юки хочет енот. Они же воняют ужасно. Вроде, говорят. Не знаю, я его не нюхал, но говорят, что типа еноты воняют так же, как скунсы. Сколько там время? Половина двенадцатого. Так. Мы сохранились. Такое ощущение, что Лара босиком бегает. Кстати, походу босиком реально. Не знаю, не держала, а скунсы не воняют, когда я вырежу все, что нужно. Слушай, ну, это уже чересчур. Я хотела енота года два назад, а потом обзавелась мужчиной. А! Черт.
Я думаю, я свалился. Первый ключ. Какой долгий уровень. Ужасно долгий уровень, ребят. Просто чудовищно долгий уровень. Воду мы спустили. Что, его слышно? Сейчас, секунду, я ему открою дверь просто. Бульк. Одни шипы. Да сама игра длинная. Привет, Катрин. Один раз я ее полностью прошла, а так максимум до предпоследнего хватало. Ну да, игра длинная, реально. Поделаешь, взялись, уж надо проходить. Я не пойму, я в ловушке типа, да? Похоже на то. Чё это было? Чего вдруг открылся? Вдруг открылся проход-то? Кнопка, что ли, какая-то? А, плиточка.
Катрин, ну вот ты проходила игру, сколько еще примерно осталось? Половина хоть есть? Выйди на хоть половина-то. А сейчас засейвимся, ну-то. Не, ну а как еще? Я вот правда не пойму, как ключи использовать. Где все остальные ключи? Там их 3 штуки аж. Ну, допустим, один я нашел. Еще один я знаю где. Где третий? То есть левел реально обширный. Нет еще. Это вот предохранители вот эти. Их 3 штуки должны быть. Похоже на какую-то дверь, которая должна открыться. Да? Собственно. Пофигу, походу. Абсолютно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, собственно, кроме этих пистолетов-то ничего и нету. А можно было и по-другому. Ага.
вот эти ворота. Ну, в принципе, здесь тоже предусмотрено получается. Скоро пройти уже сколько можно-то на самом деле. Я вот не помню, здесь это или не здесь. По-моему, все-таки не здесь. А, да к тому же сколько у меня ключей-то? У меня всего 2 ключа. И вообще сюда, ой, как рано. What? Все, понял сюда. Катик. Вон он ключ, вижу. Окей. Делаем сейф. Кто их так раскидал, вообще непонятно. Заставить бы собирать. Окей, осталось вспомнить, куда идти, чтобы попасть. Нужно. Да. Ауч.
Да, забыл, где ключи вставлять, прикинь. Найдем. А, без карты тяжело, конечно. По низу в зале с кушетками, разве? Они здесь? Блин, где же это? Не могу вспомнить нифига. Где-то, по-моему, здесь есть такая же комната где-то. Привет, белозист. Не-не-не, это не сюда. Тут секрет. Как же так-то, блин, я... А, все, вспомнил. Ёлки-палки. Ой, ну как же... Забыл.
Всем про этот лаз. Блин, столько всего надо в голове держать, это просто ужас. Очень объемная карта, очень объемная. Для первого раза это жутко сложно. Ну, в смысле, для человека, который в первый раз проходит эту часть. Надо записывать, мне кажется, все лазы. Да чё, слупочек, никто из вас не вспомнил, блин, мне бы подсказали. Второй. Ну, ништяк. Проблема решена. Спасены. Да, интересно, сколько ушло времени на этот левел. Здесь сейв по-любому. Обычно, когда тяжести таскаю розетки, задеваю, она кубы таскает из кожи. Ну да. Есть такое дело. Ну да, зато сам без подсказок. Что там произошло? Что-то обвалилось. Теперь все по-другому. А, мне кажется, я понял, в чем фишка. Теперь нужно... По-моему, не водичка ушла. По-моему, как раз... Опустились вот эти валы. Ну, как валы. На валы это похоже чисто, конечно, условно, опять же. Все-таки ты думаешь водичка, да? Куда ты, ё-моё? Там стрим идет уже 2:40, офигеть, сегодня вообще просто. Икон невидаль. Почти 3 часа стрима, давно такого не было. Я даже не заметил, у меня такое ощущение, как будто 1.5 часа прошло.
Сейчас попробуем, да, я как раз хотел еще вот такой попробовать момент. Да, игра очень затягивает, несомненно. А, вот, все, норм. Играли по 4 часа. Пока не приходил, папа не валял. Потому что никто не делал. Ну да, это типично. Какие нафиг уроки. Интересно, долечу. Ладно, сохраняемся. Попахивает концом левела, на самом деле. И... Наверное, сохраниться будет. Делаем такой прыжочек. Который зафейлился. Попахивает обедом и концом стрима. Ну блин, я просто не знаю, есть ли смысл дальше стримить. Я-то могу еще потерпеть часок там, допустим. Рыбёха. А, это та самая рыбёха. Здесь вообще готика. Зловещая музация такая.
Так, что у нас там с ключом? Есть какой-нибудь ключ? Да. Нет? No. Интересно, можно этим как-то управлять, нет? Наверное, нет. И бессмысленно. Вся база встанет и пойдет. Да, было бы неплохо. И конец левела сразу. Да, левел дизайн вообще упоротый, согласен. Полностью согласен. И закрыто. Как их подвинуть? Ага. Голыми ступнями по металлу холодно же, могли бы и ковры постелить. Ну да, могла бы на самом деле и пододеться. Здесь, короче, видимо, попозже откроется все. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Путано. О. Норм. Ты на валенки скинуться. Она не будет в валенках бегать. Не по стайлу. Максимум уги. Вот на время, ребят.
И нет. Хотя вроде да. Ну и что здесь? Так, это вот то самое место, да? Где оно, блин, вспомнить бы. Здесь, походу. Ё-моё. Внезапно, внезапно. Офигеть, чисто случайно нашел. А, это, собственно, секрет оказался. Ага. Ну ладно. Зато сейчас сделаем сейв здесь. Пусть курумась. Есть такое дело. Да иди ты взад. Я отсюда, по-моему, как раз выплыл, да? Трансформация, да? Если я захилюсь.
перестаньте вы, блин, надоели уже. Делать-то, ёлки-палки. Состоим в обществе защиты рыб или покажем им? Ну, я не знаю, у меня там вроде есть чуть-чуть стрел, 18. Можно было бы и показать. Отстань от меня, блин! Зажрали. Что будем делать, ребят? Время 15 минут. Первого ровно 3 часа от стрима. Я думаю, наверное, на этом стоит закончить на сегодня. Вот. Если вдруг у меня получится сегодня не поехать на работу, я бы очень хотел, чтобы получилось, то стримец будет. Перерыв 10 минут. Да я не успею за 10 минут поесть. Плюс еще время уже. Да не, наверное, на сегодня хватит, мне кажется, ребят. Спасибо всем, кто смотрел. Пойду я спокойненько покушаю и буду выезжать на работу. Если получится вдруг не поехать, то я обязательно выйду в эфир или где-нибудь там дам знать. ВКонтактике или еще где-нибудь. Все, всем спасибо, кто смотрел. Пока-пока.